Қайырлы ақшамлар, эфирде заман. Бүгін октябрінің 13-ші, Қырымешғалының 594-ші күні. Түркияде Анкара терактында әлек олғанлар артындан илян етілген умумхалық матемнің соңки күні. Ресми мәліматларға көре, патлалар нәтижесінде 97 инсан әлек олды, 200-ден зияде кіші яраланды. Түркия баш назира айтқанына көре, терактны ИГИЛ-ның исламистлері тешкіл еттілер. Чешет шерлерде есе әкеметке қаршы олған аразылық акциялар кечірілді. Евроньюз білдіргеніне көре, базы мухалифет күчлері бұ патлавлар сайлавлар арфесінде акимиетнің ішіне ярағанны істесіна етмейлер. Мемлекетнің дайма денгішкен вазиетіне көре, Адалет Вейнкишаф адлы акимиет фырқасы, Векурт мухалифетінің милетлерінің демократик фырқасы сайлавлардан эвел кечірілген аразылықларны ляғу еттілер. Наша партия отменила свои предвыборные митинги. Наш председатель и премьер-министр решили вплоть до пятницы не организовывать никаких мероприятий. А те акции, которые пройдут после пятницы, будут не предвыборными митингами, а маршами протеста против терроризма, призванными сплотить наш народ и укрепить наше братство. Мы отменяем митинги не из соображений безопасности. Просто мы не можем проводить акции в такой печальной атмосфере. Мы, конечно, можем предпринять наши собственные меры безопасности, несомненно, но мы думаем еще и о людях. Их жизни намного важнее предвыборной кампании. Қырымның қамачавы девам етте бүгін акцияның 24-ші күні. Ярамаданың энергетик блокадасы да тоқтамай. Тәфсилатлы же бұақта бізім мұхберлеріміз біле. Бүгін сабадан Украинерго Қырымға Мелитополь-Джанко электрик ағы бойынша ұшық бері башлады. Электридерегі веран олған сон бір афтай велсі бұ ағыны тамир ішіне чықарған әділер. Тамирле фишлері туневан ақшам екунленді. Украинерго елбасшылығы Қырым толысынен электриканен темин етілгенні білдірді. Лякин блокада активистлері эминлер электрик блокадасы өз нәтижелеріні көстері башлады. Несмотря на заявление министра топлива и энергетики Украины, что поставка в полном объеме осуществляется, есть уже результаты. На 200 мегаватт на сегодняшний день объем электроэнергии в Крым сокращен. Блокада активистлері Қырымны бұтынлы электриканен Украина тарафындан темін етілмесіні тоқтатмаға істейлер. Штаб командир Муавина Изет Гданов білдіргенне көре, бұ афта Каховкадан Қырымға кеткен екі ағылардан бірі тамир ішіне шығарылды. Бұ ақ бойынша ярмадаға 330 мегаватт электрика беріледі. Шымды акиме тарафындан бұтынлы Қырым электрикадан сондырылмесі үшін программа ішлеп шығарылмасыны беклейлер. Есть информация с Укрэнерго о том, что две линии Каховские, это Каховка Джанкой и Каховка Островская, будет выводиться в ремонт. Данные линии являются высоковольтными. Функционировать будет, по нашим данным, получается две линии, которые остаются. Это линия Армянская 220 киловольт и 330, это та, которая восстановлена Мелитополь-Джанкой. Значит, мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы власть все-таки приняла меры по реорганизации энергосистемы в итоге для того, чтобы Крым, оккупированный Крым, обесточить полностью до деоккупации. После деоккупации все будет возобновлено. Түнеуін ақшам Қырым блокада штабына Бақшысарада ерлешкен Свято-Успенск монастырының папазы келді. О, Запорожье велиетінден Қырымға құрудылық ішлері үшін гранит ве 3 тонна чүкіндір алып кетмеге істей. Малыны сыңырға кетірмезден әвел рұқсет алмақ үшін штабға мұражат етті. Уже несколько лет делают, и мы должны наконец его забрать, эти грузы, для монастыря. Это каменные изделия из Запорожской области, с карьера каменных. Это гранит. Гранитның Қырымға кечірілмесіні папаз штаб командирі Ленур Ислямов еле мұзакере етті. Ойсе гранитны Қырым-татар сияси мабусларының азат етілмесінде ярдым көстерселер кечірмеге азыр олғанны білдірді. Такое решение один принимать не буду, если у нас штаб. Вы поговорите со своим отцом, что он может сделать для Чайгоза. А что он? Что, он что выпустит Чайгоза? Он незаконно удержит. Ради Христа, пусть выпустит его. Скажите, вот ради Христа, выпускайте его. Это же пророк Христос тоже. Вот пусть выпускают. Мы можем за них молиться, чтобы Господь облегчил их участь. Если невиновные, пускай выпустят из Крыма. Я знаю, когда, если человек действительно невиновных и за него молится, его действительно выпускают из тюрьмы. Таких случаев я знаю очень много. Если человек невиновный, его выпустят.
Бүгінге бұл сон кеулған хабарымыз заман тақымы Қырым блокада штабында қалмақта ве вазиетіні назарет етеміз. Шевкет Аматулаев, Алим Абдулхаиров, Алик Казыкин, Асан Эминов, Заман, АТР. Телекесізлік бойынша меселелер шурасы Boeing MH-17 фелекетінен бағылы себеплері бойынша соңки нәтижелеріні илян етті. Малайзияның Boeing ұшағыны бүкінен ұрып түшірділер, ама не ерден хабер етмелер. Ләкін Украин іждешілерінің айтқанларына көре, Русия әйбі арберелері снежный шерінден атеш ачтылар. Джинайте қабатлы олғанлағынан қыдығылмасына бір елден зияде кетті. Boeing фейджасында тахминен 300 инсан әләк олды. Бүгін Фелемен қытығачылары Малайзия Boeing-ыны бұқ зенит ракета комплексінен ұрып түшінгеніні қайдетті. Учақының бұрыны дарбеден сон патлап авада веран олды. Фюзеляшны 800-ден зияде парча іштен чықарды. Учақының парчалары 15 километр этрафына дағылды. Российская Федерация согласна с выводом о том, что взрыв ракетной боеголовки является причиной катастрофы, но делает оговорку с типом ракеты и ее боеголовки. Однако, по нашему мнению, аргументы, приведенные в отчете, убедительно подтверждают представленные нами выводы. Айны бұл вақытта Русия экспертлері өз тақиғатына нумайыш етті. Айтқанларына көре, бұл системасыны та 99-шы сенесінден берлі ішлеп чықармайлар. Если Boeing 777 малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», то поразила его ракета 9М-38 со стороны населенного пункта Зарощинская. Фелеменг экспертлері те Русия берген мәліматны таздықламайлар. Украина тарафы да өз тақиғатының нәтижелерін ачықлады. Айтқанларына көре, АТШ Русия тарафындан запт етілген территориясындан ачылды. Украина баш назир муавина Геннадий Зубко ракета қайсы ерден атылғанына көстерді. На ролику чітко видно, що ракета була запущена з району міста Сніжного. Вона рухалась з зустрічним курсом на проти літака. Ее в траектории, ее в полете было четко уявлено, что она должна поразить саме пилотов літака для того, чтобы снести неможливым даже аварийную посадку этого літака. Украина фаджада қабатлы олғанлар өз жазасыны чекечегінде эминлер, ама гибрид махимесі тешкіл етілмесі месулетлі олған Русияны жазаламаға қиын олажақтыр. Оның үчін украинелер дегер вариантларыны қыдыралыр. Пильна группа с пяти краин, до якої входить Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия, продолжают работу с пошуку механізму, який можна застосувати у цьому випадку. Саме тому ми запропонували, як один з варіантів, це передати можливість юрисдикції по пошуку винних до однієї з країн цієї Joint Investigation Group. Бүгінгі тақиқат фаджаның тек техніки тарафына көстерді. Жинай іш нәтижелері келечек сенянын башында ачықламаға ишандыралар. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Қырым Украина харитасындан йоқ олды. Бойле дүния атласыны Френкистанда басып чықардылар. Бұл мәліматны Украинадаки Френкистан үлчіханесі білдірді. Оларының қайт еткенлеріне көре, бұл мемлекетнің ляру садлы ең бұйық нешлеятлардан іш бекленілмеген сюрприз олды. Ве бұны мұтлақа түзетмек керек. Қырым Русия мемуреті ярымаданың әрбір евіне газ кечіреджегіні вады еткен еді. Ләкін бұл кені бош сөзлер олғаны аңлашыла. Джумхуриетінің үште бір қысымы бүгінге қадар газ олажағыны беклейлер. Қырымдаки мұғберлеріміз бұақта тәвсілятлы жа ике етіжек. Зуя қасабасы Қырым пайтақтына яқын, яни 20 километр месафеді олғанына бақмадан бұл вақытқа қадар газнен да темін етілмеген. Умен алғанда Қарасу базар районына газ алғары да кечірілмеген. Мында газны та советлер бірлігі заманындан 4 козден беклейлер. Али Алиев қасабада 17 ел девамында яшай. Қоранта арзуларындан бірі евге газ кечірілмесінен бағылы. Ну, движение пока не видать никаких. Не видим мы ничего. Вот. Уголь, дрова за бешеные деньги покупаем. Я сейчас не работаю, пенсионер, инвалид. Вот на одной пенсии вот пытаемся как-то собрать немножко денежку. Вот сейчас чуть подкопил, буду дрова покупать. Джевыз терегінің пытақлары электрик телеріне кедер етті. Бұндан себеп оларыны пычмаға керек олды.
Бу одун аляға үчін белі бір вақытқа етер. Бұндан сон, бір сатналмаға керек олажақ. Умен алғанда бір қорантай үчін азы 500 кадометр одун керек. Фиаты 15 бин рубле. Бұндан да ғайры 3 тоннаға яқын көмір ләзем. Бұ мәлземе үчін тақменен 30 бин рубле төлемелі. Газ кечірілген ев сайыплері ісі орта есапнен 3-4 бин рубле төлейлер. У них в месяц уходит от 150 до 250 кубов в месяц. Ну, грубо говоря, за зиму они как раз в эти 1000 кубов укладываются. И чувствуется разница, конечно, где 47 тысяч отдать за зиму и где отдать 3, там, ну, пусть 4 тысячи рублей. Это же 10-кратная цена. Хотя за эти деньги, допустим, можно было бы сделать во дворе что-то там. 2014 сенесі август айында Қырым сакинлері қуаншылы хаберін ешткен еділер. Қырым баш назиры Сергей Аксенов бұтын Қырым 2015 сенесінің сонына қадар газнен темнетілежегіні білдірген еді. Газификация будет завершена к 15 году всего Крыма. Поручение президента есть в полном объеме. Ләкен бұ сене сентябр айында Сергей Аксенов дегер мәліматыны білдірді. Енді 2020 сенесіне қадар газ қалған көй ве қасабаларға берілежек. Бұны о, Қырым Девлет Шурасында эсабат бергенде сәслендірді. Аксенуның мәліматына көре, федераль мақсат программасы эсасында 2020 сенесінің сонына қадар ярымада газ іле бұтынле теминетілежек. Шымдыки вақытта есе Қырым көй ве қасабаларының 30%-ында газ кечірілмеген. Бұ Алупка ве Қарасу базар шерлері, бұндан да ғайры Ахмеджит, Сейтлер, Ички, Едіқұйы, Құрман, Джанкой ве Қарасу базар районларының 566 көйі алада газсыз қала. Айдар Асанов, Рустем Дильшаев, Заман АТР. Киевдегі қырым татарларының ватандашлығы дәрелігі Мустафа Джемилевна ве өлімден сон Ришат Аметовны қырым татар халқына көстерген қызметлері үшін орденлерінен тақзірледілер. Бұны қырым татар халқы меселелері бойынша Украина президенті векілінің матбуат қызметі білдірді. Қырым мұхтар жұмхуреті ве ақяр меселелері бойынша девлет векілі Омер Қырымлы білдіргеніне көре, Аметовның орденіні айлесіне береджеклер. Бұндан ғайры малия ярдым көстереджеклер. Кешкен сене Қырым активистінің акимиетінің бинасы янында наразылық көстерген вақытта самоборона тұтықлап алып кетті. Екі афта кешкен сон, оның жеседіні Қарасу базар районында таптылар. Ақмежетте бірінші беледе базар пейда олды. Қырымның Рус акимиеті яса қолған базарларынен күрішмек үчін бойле ұсул тапып шықарды. Акимиетінің білдіргеніне көре ачық мейданда сатыпчылар ер парасыны төлемейіп чалаша жақлар. Бұақта тәпсілетлі жа бізім мұхберлеріміз ике етіжек. Ахмеджиттеки Москва мейданының янында Беледие базарының құрыжылығы екінлене. Бір сыра 40 тижарет чадырлары. Акимиетінің білдіргеніне көре бұ ерде қанынсыз сатыжылар чалыша жақлар. Ама бұ бедава дегел. Чадырларда сатмақ үчін сатыжылар пара төлеме кереклер. Акимиетінің мәліматына көре берге тижарет чадырының жиыштырылығына мысраф етілежек. Ачық мейданда есе өз мақсулатыларыны сатқан инсанлар чалыша білежеклер. На открытой торговой площадке смогут осуществлять законную торговую деятельность льготные категории граждан, которые сами выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих приусадебных участках. Право торговли в социальном секторе данного рынка будет предоставляться только после предъявления документов, подтверждающих наличие льгот. Қанымсыз чолышқан сатыжыларының айтқаныларына көре, яны базарда бедава ерлер йок. Чадырларыны есе иш адамлары енді кераға алдылар. Ну, 9 тысяч якобы за землю по 300 рублей в день и по 110 на охрану и на это. Это на, там выдается два расчетных счета, на которых перевести 9 тысяч и 3 там, тысячи. Угу. И бесплатного ничего нет. И плюс оформить там ИП или земельный участок, что у кого есть. Так что бесплатного нет. И для человека, который привез 100 килограмм товара, это просто нереально. Бұндан да ғайры яны базарда сатыжыларға бош чадырларын тәкіп фетелер. Қышта оларыны есетмек керек олажақ. А люди, которые здесь сидят, они сидят на хлеб зарабатывают, а не миллионы. Здесь заработать 12 тысяч нереально, чтобы просто отдать. Да, ты их заработаешь за месяц. Но это прийти тупо отдать и все. И тем более рынок на рынке, не факт, что туда пойдут люди.
Белидия базарны тешкелезді бақмезжі такимиеті қанунсыз тежеретке қаршы көреше. Сатыжыларының сөзлеріне көре, олар ой шыркетлеріні ресмилештіріп, берге төлемеге азырлар. Ама бұндан да ғайры олардан дегер бергелеріні талап етелер. А молодежь взять, сколько молодежи торгует? А шо молодежи, воровать шо ли идти? Ну вот у молодежи сейчас после института, да, только в основном с опытом работы берут, да? А какой у него опыт работы, если он только после института пошел? И зарплата 10 тысяч, если 15 тысяч квартира однушка стоит. Это я минимум прожиточный себе зарабатываю на хлеб, потому что нет нигде работы. В 52 года я никому не нужна. Шер сакенлернын фокарлары қанунсыз тежерет бойынша фархлана. Ну, я считаю, что этот рынок, он помогает людям. Здесь и цены ниже, и продукты свежее. Я так считаю. А мне, например, не нравится вся эта грязища, весь этот шум для людей, которые тут живут. А я не слышу тут никакого шума, тихо, спокойно. А грязь вы тут не видели? Август айындан башлап, Шер акимиеті қанунсыз сатыжыларны жазаламаға башлады. Жаза 200 бин рублеге қадар еті. Меркезей базарының мейданыны атты қораладылар, ама бұл әрекетлер де Ақмезжіт сатыжыларын тоқтатмады. Олар дегер ерге ауыштылар. Айны вазиет Куйбышев базарында юз бермекте. Сатыжылар озара шықылыша алыр. Акимиет чоқ елар девамында қанунсыз тежеретіні енмеді. Демек шымды да еніп оламаз. Бахчысарайдаки хан сарайның мейданында Риван адлы фестиваль, яда усталар байрамы олып кечті. Мирасимде театраль чықышылар, милли коллективлер, Векырымның эснавчылар палатасындан усталарының эшияларыны көзетмек мүмкін еді. Фестивальде нағышчылар, қойымчылар, демірчілер, вересамлар іштірак еттелер. Нағышчы Хатиже Османова тетбірге ең мерақлы той ресімлерінен бағылы ішлеріні кетірді. Меселя Куран қаплары. Бұ ішіні устамысы кафта девамында бечере біле. Перед тем, как девушка выйдет замуж, она должна была вышить обязательно хуран-хапы. На хуран-хапы всегда отображалось древо жизни. В данном случае вот кипарис – отображение мужчины. Розочка – отображение женщины. Здесь представлены вот дети. Техника махлама очень трудоемкая, потому что очень много подготовительной работы. Это надо составить орнамент, чтобы он был представлен в национальном стиле, по всем правилам. Это во-первых. Во-вторых, надо перенести рисунок на кальку, потом вырезать картонные элементы и пришить к бархату. Буриван адлы мерасимы устана Манаберген театр нумайшы. Эснавчылары велден цехлерде чылыша еделер. Эрбір цех шеерның айрылған бір қысымында ерлеше еді. Эрбір цехның ось устасы, уста башы бар еді. Уста бузина атны угренмеге истеген 10 яшлы оқлан баланы тербелемеге. Оны угренмеге велбетте оның маневе зенгінлігіне де инкишаф етмек вазифесыны бечереді. Бұта сел бен бір күн девамате. Бұндан сон ең мұйым вақия. Оғланчық бузина атның сейбі ола. Тешкелячыларының білдіргеніне көре бүгін нұмайшы тілген сергі дайми олмақ керек. У нас давно как бы такое желание, чтобы перед Ханским дворцом вся наша улица, которая раньше называлась улица Базарная, и она будет просто хотим, чтобы она была пешеходная, чтобы наши мастера со своими изделиями, они здесь же вот на улице и были. Мирасим Денсон, Оюн Вейерлар, Янграда. Қырымда эснавчылықның инкишаф етілмесіне мақсус қанун ярдым етер. Бұақта Қырым эснавчылық палатысында эминлер. Шымдықы вақытта осталырмызға іч бірдесек ве іштимай құруф аслы да көстер әлмей. Общероссийского закона по ремесленничеству его нету. Он только в проекте, и это даст возможность, самое главное, в рамках юридических, в нормальных рамках существовать ремесленник. То есть иметь какой-то статус, опять же, да. Мы говорим о пенсиях, мы говорим о каких-то льготах. Ну а самое главное, что люди поймут, что они нужны. Люди с удовольствием будут приезжать, например, на те же самые пленэры, на какие-то художественные акции, на фестивале. Тетбергете шриф Буйрхан Мусафарлер улыб кечкен панагернен мемнун калдылар. Я приехала сюда посмотреть вот эту ярмарку ремесел, и очень понравилось, все очень красиво, и очень хорошо, что сейчас возрождается вот эта крымско-татарская культура, вышивки, национальные костюмы, национальные танцы, музыку нам здесь представляют, вот нашу. Все хорошо.
Бұндан да ғайры сергіде бақырдан япылған безеклер. Милі үслюпте япылған кілімлеріні көрмек мүмкін олды. Эльмас Ибрамова, Нариман Мечитов, Заман, АТР. Бұл соңғы хабарымыз еді. Яйынымызны кримский репортер девам етеджек. Сағлық нен қалыңыз ве АТР-елі олыңыз.